Здравствуйте, друзья. Доброе утро. У нас Саша. Так, подмигни. Можешь подмигнуть? Вот. Значит, ну, чтобы руки не снимать с клавиатуры. Саша изучает тайпинг. Он же машинопись. Дедушка ей тут из своей методички распечатал, значит, упражнения. Но я не хочу, чтобы она это делала на этом лэптопчике. Мы ей нормальную клавиатурку дали. Да? Угу. Хорошо. Значит, вот она пока изучает средний ряд клавиатуры. И мы надеемся, что где-нибудь часа за два, за три, там она как-нибудь... Саша, послушай сюда. Если ты буковку забыла, у тебя шпаргалка слева есть, вот ты там смотришь. То есть весь смысл в том, чтобы, когда забывается, смотреть шпаргалку, но не смотреть на клавиатуру. Хорошо? В этом смысл. Да, я ее так не очень проинструктировал, тут я бегаю по офису. Значит, специально шпаргалка, чтобы именно туда смотреть, не привыкать на клавиатуру. В общем, посмотрим, что у нас сегодня получится. Давайте. Ну что, Саша, научилась 10 пальцами вслепую? Научилась. Тяжело? На самом деле, я думаю, часа 3, может быть, ты занималась. Нет, остальное время ты как 4. Мне кажется, ты больше какао пила. Это было. Ну хорошо, научилась. А тебе нужно для дела или просто вот. Надо ж. Не успею по арку для школы. Мне мама. Мама, надо, чтобы мама писала, маме очень не хочется. Ну да, ну мама говорит, давай сама учись. Угу. Ну, что, отлично, начало положено, знаешь. Угу. Вот, и, в общем, не так сложно. Тем более, ты же на каникулах. Саша, угу. Понимаешь, вернешься с каникул, и дети говорят, чем ты занималась? Ты скажешь, а я выучилась там байтач на клавиатуре, правда? А потом 5 еще, и здесь скажет, я тоже. Кто скажет? 5 еще детей. Да ты что? Mm-hmm. Это как, есть информация такая? Ну, сейчас возраст, где все уже учатся клавиатуры писать. Да. Ну, хорошо, чувствуется, ты заморилась, давай мы тебя отпустим. Mm-hmm. Что ты будешь делать, когда мы тебя отпустим? Кушать. Это хорошо. Все, бон аппетит. Mm-hmm.